меняешь текст. Это хорошо. Ой, не чокай. Спасибо. Она называется «Самый Сочи». Она посвящена тому, что однажды, внезапно, никто не ожидал, что это случится, телеведущий всей Руси Леонид Аркадьевич Якубович летел отдыхать и назвал авиакомпанию «Аэрофлота» мразью. Это еще не все. Народ, собравшийся в зале ожидания, аэропорта Шереметьево зааплодировал. Песня называется «Налет Якубовича». Задержан, как митинг ОМОНом, пассажиры в надежде играют с айфоном, сидят, едят, ковыряют на зуб, едят на взлетную полосу. Кто-то в прострации, кто-то лег спать, нет информации, час, два, пять. Вылет задержан, светилось табло, гасли надежды, кончалось бухло. Уже котировка, горло невеста, чудесно приняли форму кресла. Кто руки сложил, кто ходит в горе, но встал пассажир, и они не помогут, как памятник стал полный рост. И на весь терминал произнес примерно следующее. Дайте скорее ему микрофон. Кто же еще скажет, если не он?
Он ведущий поле чудес. Что вы творите, это небес. Если он возглавит протест, вам всем пипец. Большое спасибо. Примечательно, что после премьеры этой песни в программе «Господин Хороший», на которой присутствовал Леонид Аркадьевич Зелугович, ему тут же предложили возглавить протест. И он тут же отказался и закрыл вопрос. Друзья, следующая песня, которую мы исполним, печальная. У Васи Обломова в творчестве есть и веселые песни, есть и грустные песни. Немножечко грустных песен мы сегодня тоже исполним. А песня называется «Одноклассники». Несмотря на статические формы радости, что прошлое — это первый предел.